Хочу вам представить несколько импровизированных нарисованных танков. Это у меня не было гелевой ручки. Это, в общем, первоначальная позиция, точка на экзопланете. Игра, концепция. Это роутерный танк, который копает грунт, копает твердые там породы. У всех танков здесь, вот, как можете увидеть, есть ракетницы, которые стреливают вверх, либо может там, если поставить настройки или выбрать позицию, она может стрелять по наводке в танк противника или в окоп фугасным снарядом. Значит, роутерный танк с копает, в общем, хорошо. Здесь танк с ковшом. Тоже там, если препятствия есть, он прокапывает их. Либо яму выкапывает для укрытия. Или для траншеи, либо для окопа. Так, тоже импровизированный танк с ковшом. Значит, здесь у него еще дополнительное есть. То есть это вообще танк, он стреляет этими. Вот эта дополнительная пушечка у него стреляет этими дымовыми или там можно на выбор. Она может дымовой выстрелить, затем ослепляющей гранатой в укрытие, в дот противника, либо в окоп, там еще куда-нибудь, либо в танк прям, и ослепить его, либо гранатой просто разрывной, либо фугасной, разные, в общем. Здесь, в общем, можно в бак огнемет, топливо для огнемета залить. Это дополнительный светляк, он, то есть с обзорной трубой. Здесь у него